Прокуратура требует закрыть спорткомплекс «Вересники» до полного устранения всех нарушений. Крышу там до сих пор не отремонтировали. Обрушение кровли произошло 4 апреля во время детских соревнований. На период проверки манеж закрыли, а бассейн и административный корпус работают в прежнем режиме. Прокурор Ленинского района требует приостановить работу всего спорткомплекса, ведь крыша до сих пор представляет угрозу для посетителей. Не устранили и другие выявленные нарушения. Вересники – единый спортивный объект, и поэтому запрет на эксплуатацию распространяется на все корпуса. Иск направлен в суд. Прокурор Ленинского района города Кирова направил в суд иск с требованием запретить эксплуатацию объекта до устранения повреждений кровли, обязать ответчиков произвести работы по ремонту обрушившейся кровли и усилению ее конструкции.